Автор победной шайбы сегодня. Победный? Номер 89. Артем Лукоянов. Заряд стрельнул. Вообще предлагаю всем перейти на кружки «Заряд». Они теперь с каждым годом улучшают свое качество. Приятные ощущения в руках. Глаз радуется. Ну и сами все видите, как Данис Зинорович сегодня забил «Зарядом». Артем Владимирович забил «Зарядом». Поэтому предлагаю всем на Новый год. Был шикарный пас одной рукой. Опять же «Зарядом». Ребят, «Зарядом». Играйте «Зарядами». Вот это рекламная кампания. Я даже не вспотел, все клюшка сделала. Победы, «Заряд». Всех с победой. Впереди нас ждет трудные две игры. Они и позади трудности были, и впереди. Никогда они не закончатся. Ну, мы сдюжим. Мы готовы. Вот он, молодежный уголок Акбарса. Тебе я еще подойду. Ну что, Никита, две результативные передачи? Там все партнеры сделали. Особенно Димон. Просто такую пушку дать от Сиги. Я с ума просто сошел. Ну, оставление было просто техничным. Ну, мастер. Мастер из такой позиции забивает. Артем, с возвращением. Спасибо. Гол есть? Есть удовлетворение от проделанной работы? Есть. Вырази его в словах. Не знаю. Не зря пахал месяц. Просто так бегал. Теперь шайбой дали побегать. Теперь шайбой дали побегать чуть. Ничего, все нормально. Молодчики, хорошая игра, хорошие голы. А, парни, следующие две игры за три дня, да, так, ну, тяжеловато. Опять, ребят, восстанавливаемся, готовимся, кушаем, отдыхаем. С победой. Красавцы, мужики, да? Сегодня много кого можно выделить. Горим с возвращением тебя. Меньшинство красавцы, да, Тёма Лука. Сегодня меньшинстве. Красавец. Ну, на хорошей ноте. Хороший матч сегодня сыграли. Все молодцы, поэтому продолжаем. Осталось у нас две домашних игры. Две хороших игры. Поэтому также продолжаем все вместе. Играем и боремся. Самая важная игра выиграна в регулярке. Поэтому что сказать? Все молодчики, всех с победой. Пацанов настроил, всем спасибо. На 7 голов настроил? Да. Сало пробовал? А, нет, еще не пробовал. Вот после игры выйду, попробую. На ужин подрежешь, что ли? Да, да. Покушаю сало. Ребятам спасибо. Привезли, все довольны. Тренера, хоккеисты, поэтому день удался. Давайте, ребята, нам еще две игры надо. Да, две игры еще серьезные, поэтому отдыхаем, настраиваемся. Сало поможет. Сало всем поможет. Тебя партнеры Волжанкиным зовут. Это зачем? Ой-ой-ой-ой-ой. Не, давай. Я не знаю, что ответить. Давай. Давай тогда про гол. Не, давай про Волжанку. Как ты туда вонзил? Это все сила Волжанки. Готовились, конечно, чем думаете, что не играющий состав у нас отдыхает, мы вагоны, мы в шахту спускаемся и начинаем разгружать. Так что усилия еще сегодня. Усилия, труд, все перед труд. Спасибо большое партнерам. Дима Философ. Да, сейчас вот концовочка была вообще на ура. Благодаря моим партнерам, они начитанные у меня. Вот Андрей тогда много книг читает, Никита много документальных фильмов. Никита тоже, да? Никита злой рак. Дима, сказка. Альберт обещал с черной бородой. Нет, я тебе не сказал. Я сказал, ты придешь с черными волосами. И гуталину намазанную. У Альберта спросите, пожалуйста, как он так свой мотоцикл разогнал сегодня на 38 км в час? Есть программа, и мы ее придерживаемся. Была какая-то тактика, мы ее придерживались. Хороший ответ. Где-то я его слышал. Ну, это такой популярный. Очень известный спортсмен сказал это.
победой. Спасибо, всех с победой. Готовимся. Всем всего хорошего. Доброты. Скоро увидимся. Доброты, молодцы. Да, скоро увидимся. Сереж, ты тоже за кадром скажи, как у тебя дела, чтобы мы тоже зрители. У меня все нормально, Альберт. У него все нормально. Главное, чтобы у Джамиля было все хорошо. Джамиль тоже все нормально. Он доволен. Женских кроссовках.